Так уж исторически сложилось, что все центральные улицы нашего города так или иначе связаны с революционерами и революцией. Имя вождя советского пролетариата Владимира Ленина носит площадь и улица. В настоящее время универсам на улице Ленина рискует стать той самой искрой, из которой возгорится пламя. В переносном смысле, конечно. По мнению жителей, жилой многоэтажный комплекс, который планируют построить на месте магазина, нарушит архитектурное пространство центра города и создаст запредельную нагрузку на инфраструктуру района. Это проблемы с поликлиникой. То есть это должны решить, куда будут ходить в поликлинику эти люди. А это проблемы с детьми, где детские сады, которых у нас не хватает катастрофически, и школы, которых не хватает в центральном районе, которые все учатся в несколько смен. Директор универсама эту ситуацию видит иначе. По его словам, пока есть только идея реновации здания. Сегодня лишь только рассматривается идея реконструкции или реновации вот этого элемента городской среды, в том числе и того земельного участка, на котором стоит универсам. Эта идея реновации или реконструкции универсам была представлена и рассмотрена градостроительным советом. А отсюда и возникли определенные контуры, которые были, так сказать, рассматривались профессиональным сообществом. И отсюда, видимо, возникло уже опасение у людей, что все, стройка начинается, пыль, грязь. Однако, как мы поняли, жители опасаются не пыли и грязи. Это явление временное, а скорее того, что появится в результате. Однако, пока, по словам директора, сейчас нет утвержденного проекта, а только ведутся переговоры по перезонированию земельного участка. На сегодняшний день только лишь рассматриваются небольшие изменения в условиях земли. Да, правильно. Это изменения, так сказать, связанные с подзоной. Подзона, которая сегодня вообще не позволяет рассмотреть ни один никакой проект. Вообще идея реновации, которая, естественно, будет занимать достаточно финансово емкая вещь, да, естественно, она потребуется определенной окупаемости, экономического, так сказать, моделирования и так далее. Поэтому пока лишь на градостроительном совете эти рисунки, это лишь контуры, какая-то концепция, а что бы можно было бы эту идею во что воплотить. И сейчас, пока проект отсутствует, владельцы универсама, по словам директора, готовы к диалогу с общественностью. Ко всем. И архитектурное сообщество, и жители обязательно рядом живущих домов, и другие жители, которые живут не рядом, но которым тоже не безинтересно, какой будет центр. Ведь это место центральное, место достаточно, знаковое для города. Хорошо уже, что владельцы здания это понимают. И пока они готовы к обсуждению. Жителям улицы, наверное, стоит активнее отстаивать свою позицию, чтобы пытаться найти устраивающее всех решение.